Ольга. Ладно. Пишет вам Павел с Новосибирской области. Сейчас, чирек. Мне 35 лет, наверное, я созрел для закладки собственного сада. А началось все это, мне 12 лет. Какая-то тетка, я люблю такие письма, искренние, откровенные. Дала моей бабушке, Царство Небесное, 2 саженца. Один посадила бабуля у себя, а я у себя, а у бабушки не принялся. А мой благополучно пошел. Бабушка не отрезала верхнюю часть саженца, вот и не принялся. Вот, смотрите внимательно. Даже попер. И вот чудо, лет через 5 прекрасные плоды, размером со сливу, но зеленого цвета. Слаще, чем мед. Ух ты! Да. Кусаешь, во рту тает. Но по десятку в год не больше. Ну, понятно. Один год собрал 3-литровую кастрюльку. И на этом все. Не плодоносит больше, что я только не делал. По советам горе-садоводов, что я понимаю теперь. А, Ольга, это к вам. Вот. Это вы. Я уж, извините, еще раз. Я бы не в таком тоне бы не разговаривал, таком уничижительном, тем более на правах победителя. Понимаете, на правах победителя. Я должен быть вас пожалеть, вы как-то это пленница у татарского хана. Не без помощи и без этого. Ну как вас жалеть, вы же продолжаете проклятие сыпать. А что такого оскорбило? А что такого? После знакомства с вами... Понимаю, что после знакомства пилил ветки, забивал гвозди в ствол, сыпал железную стружку, пшикал химией. Ой, как такие, как они любят. Вот. Все без результата. Оля, записывайте, запоминайте, чтобы все ваши советы были дебильны. Вот. Все это цветет белым-бело, как черемуха, плодов нет. Это зима наткнулся на ваш канал в Ютубе. Теперь, надеюсь, дело пойдет лучше. Привел грушу на ургу, пошла. Ух ты, вот это талант, извините, вы волшебник. Не каждому дано. Что из этого выйдет, пока не знаю. Первый прихожу, ну, скорее всего, помрет. Все еще ищу грушу, привитую на ургу, на боярышник, но взрослую, плодоносящую. Сам пробовал, но все на плодке 4 плода получилось, потом она погибла. Ну, все равно, вот безумцу храбрых поем и песню. Я же не усмею вас, говорю, молодец. Первая привыка жизни, первая удача. Вот. Ну и что, что у меня погибло это на 3-й год? Прививка, 4 грушки, те на черноплодной рябине. Груши сладчайшие, привезенные мной с Армении. Почти жизнью рисковал. Те годы туда уже не ездили. И они оказались несъедобные. Посадил несколько дичок гранетки по железу на холмик. Спасибо. Тоже что-нибудь привью. С удовольствием бы взял привой. И косточки абрикоса тоже хочу. Фото своих растений прилагаю. Вот. Я обещал показать на вебинаре. Почему? Ну, как я буду отвечать? Косточки абрикоса? Ну, пожалуйста, через месяц. Но их будет мало, на всех не хватит, сразу говорю. У меня будет достаточно. Ну, вот что интересно, да? Надо начинать с манжурца. Ну, он достанется Сергею, урожай не ахти. Там по верхушкам густо, ну, по верхушкам. Дерево огромное. Вот так смотрю на него, мать стая. Ну, Сергею хватит, а вам уже нет. А у меня сыновья манжурцы, вон 2 десятка деревьев. Ну, если все собрать, ведер 10 наберу, значит, с вами рассчитаюсь. А они-то сыновья какой-то, ну, неудобно еще раз показывать научную работу Ваулина, у которого там фотография, и слюни текут. А ведь это же считается дичок, а по этой самой, по Ольге и о мошенниках, потому что еще дичей вырастет. А Ваулин мне поверил, видите? И вот получается, что? Как отвечаю? Через месяц абрикосов, они тут задержалось лето, через месяц заказывайте косточки абрикосов простеньких, а культурных тоже, ну, сколько хватит? Сегодня водил Елену Савинич по саду. Ну, между мало и жидко. Вот. То есть, ну, уже ясно. В прошлом году до Нового года хватило, а потом нет. В этом году еще сам не знаю. Вот, в траве, а в листьях зеленых ни хрена не видно, какой урожай. Итак, он прилагает, а еще что, привой. Привой и косточки лучше сразу, допустим, август, так? А отдельно привой, потому что когда заказываете привой, косточек уже может крупноплодных не быть. А вы видели, как интересно?
И благодаря мне, или благодаря просто желанию совершить чудо, у меня лучше заказывать культурное. Культурное. То есть те же академики, баи, королевские, серафимы, понимаете? А вот эти берут хуже. Хотя они на подвой лучше идут. Ну так, так сложилось. А мне что? Ну закажете. Когда нет, за тех, тех купят. И вот смотрите. Вот что получилось, да? А, тут я не могу сказать, в чем причина почти гибели дерева. Оно держится за счет нижних веток. Эй, Ольга, вы знаете, пока она не откажется от своих слов, пока она не извинится перед моим братом Юрием, вот, перед покойным Мичуриным за лженауку, чтобы она понимала, перед моим сыном, которого она оскорбила, передо мной за то, что я лгун и мошенник, вот до тех пор я буду часто вспоминать, где чуть не так, вы посмотрите. Вот наш друг, как его зовут, это просто бедная попалась, потому что она не знала, на кого нарвалась-то. Она думала, сейчас высекет Юрия Железова, оскорбит, и на этом все, и он больше сюда не сунется. Где у меня фамилия? 35 лет, Павел, город Черепанов. Так вот, Павел, смотрите, еще когда деревце было живо, наверняка Ольга бы вам посоветовала отрезать все нижние ветки, если они были. Ну, естественно, что саженец был давно мертв. Но саженец спасает вот эту самую нижнюю часть. Всегда спасает. Я потом покажу 10 фотографий. Могу показать 100. У меня их несколько сотен. Я готовлю не вам уже. Вы уже у меня почти все грамотно, невероятно. Вы мне скоро скажете, Железов, я вас буду учить. Меня уже где-то превзошел, допустим, Алексейка. Вот. Меня где-то превзошел еще несколько человек. Ну, по отдельным этим. А я говорю, берите ученики. Я не стесняюсь. Я вижу, у кого-то лучше получится. Говорю, берите меня ученики. Для меня это будет честь. У волшебника учиться. И вот получается так, что Ольга потом, ну и Юрий Владимирович, он тоже, он остался оскорбленный и до сих пор, мне кажется. Он еще вот этот кусочек вышлет специально для нее. Вот мы с вами проговорили 1 час и 11 минут, так? То есть 70 минут. Наверное, всем куском, что Ольге это посвящается, или как там, нашла коса на камень. Надо продолжать эту линию. Почему? Потому что вы же отправляете не ей, а туда на страницу, на ту, злосчастную. И пусть люди заходят и видят фильм, и пусть учатся. И они туда узнают, что вот эти, вот, я потом найду, теорию подведу, я, метолог, но пока практика. Эти всегда неприкосновенны. Ольга, Ольга, я не говорю, что вы исправите ошибку. Вы хотя бы перестаньте людям голову морочить. Вы же опять там такого понаписали. Отогнем, отрежем, отогнем, отрежем, отогнем, отрежем. Ты с ума сошел уже после того, когда я это самое подверглась критике. И вот получается, вот это неприкосновенно, и она благодаря этому держится. Возможно, уважаемые, друг, брат садовод, что когда-то мы же не видели этого саженца. Может быть, вот так надо было отрезать. Сразу. Почему? Внимание. А это копия. Это мой саженец. Смотрите, это ваш? Не чувствуете аналогию? Это мой. Как он у меня так получился? А очень просто. У меня избирательная память. Я не, вот мне скажите, там какой-то 92-й год, я не вспомню ни одного события вообще. Мне скажите, у вас был день рождения, не вспомню, какое еще пили там, и было ли оно. Ничего не помню вообще. А вот тут помню. Я подхожу к одному из авторитетных садоводов. Это старый снимок. Тогда их несколько на рынке было. Я их уважаю безмерно. А это было примерно 5-10 июня. Стояла дикая жара. А он все еще пытался продать. Увидел, поговорили, повздыхали. А его же выбрасывать теперь. И даже посадить толку нет. И он мне дарит саженец. Вот так берет, вот так дарит. Я принес, посадил. Я обрезал его правильно. У меня есть другие фотографии, его же. Вот. И вот тут примерно я его отрезал. Нет, выше, выше, выше. Ну-ка, нету его. Вот, вот, вот я его посадил. Вот, вот. Вот он такой был. И вот тут были листики, то есть почки процветают. Тут, тут, тут и выше. Я сделал по железу. Вот я сделал. Я впервые в жизни ошибся. И чем кончилось? Гибелью саженца. Почему? Смотрите внимательно. Учеба из учеб. Это вам не это, которое вот так вот
а выше оставила бы, он бы сразу умер, а мой еще помучился, прежде чем умереть. Вот, то есть, вот тут вот пошли, вот это все засохло. Еще раз говорю, дикая жара, поливал. Я сразу же поливаю, это взрослый сад не поливаю. Вот. И прошло время, и оказалось, что выдержала только вот эта часть. Ну, потом уже догадались, вот это пошло плохо-плохо, соки туда дальше не идут, но об этом ни хрена не знает тех, та роль, которая заставляет отрезать ниже скелетной ветки. Что даже вот эти раны не дают выше подниматься. Я вам показывал такие схемы, а ей-то откуда знать? Она говорит, что я не смотрел, смотреть не буду. И получилось так, что следующий обрезка сделал вот тут, вы уже поняли. Савель все равно погиб, он оказался уже неспособный. Но, еще раз, если бы я сразу вот тут отрезал, впервые в жизни я ошибся. У меня такие редкие случаи гибели саженцев, единицы за всю жизнь. Это же не зря. Вы знаете, что наш председатель Краевого совета садоводов, вот, Егорыч, фамилия, отчество Запа Егорыч, по-моему, Николай, ну, не хочется вверх листать, Шабаев. Короче, он заподозрил, что у меня такое биополе, которое деревья оживают в моих руках. Это он частично говорил даже в фильме. Я так удивился, что он оказывается настолько разносторонним. Вот. И, тем не менее, какой бы я ни был энергетически заряженный, этот саженец погиб. Вот так вот. Спасти могло сразу, чтобы вот не все вот это мучилось. Отрезал я, а надо было отрезать вот тут, сразу. Вот. Если бы еще больше помнил, еще сильнее режу. И получаю саженцы. Так, сейчас сколько времени? 15 минут. Хочется много сказать, а у меня флешка. Я так поздно приехал, что мы с Еленой фотографировались, я не успел ее сюда. Я мог бы, в принципе, фотографию с флешки снять, показать. То есть прям с флешки. Но это время займет. А у меня тут столько всего напланировано. Вот. А там как раз фотографии, ну, 3-4-летки. Вы когда увидите железоразные саженцы, только там есть в нескольких местах вот такие сухие ветки, обрезано было на плодоношение, и зимой, то есть на это, на черенкование, и зимой, ну их несколько всего, я показывал, не скрывая, наоборот, фотографируя их. Я показывал даже этому самому председателю. Вот. Должно быть дерево маточное, он молодец, он слово маточное знает. Вот. А еще должно быть контрольное дерево. Все одинаково, но вот это режем, это контрольное дерево и на всякий случай останется навсегда, и не будет, у него высокость будет выше. Ольга, запоминайте, записывайте. Дерево, которого не пересекает, высокость предельно. А, Ольга? Так вот, идем дальше. Не знаю, может, еще покажу вам флешку с этими. Вы будете приятно удивлены. Да вы могли бы в этот фильм... Давайте так, не буду сегодня переключаться. Вот. Заходите на мой сайт, сайт Садового железа, три слова набрали, сайт Садового железа, русские слова, в Яндексе, в Гугле, вы оказались на сайте. Так, вот он, допустим, да. И, ой, нет, не там. У кого есть этот канал? Вот он, видите? И вот Садовые генералы. Вот они, видите? И вы увидите, что сейчас куплены в 2015 году. Сегодня я мерил, я даже говорю, Ольга, это, Елена Александровна, говорю, пожалуйста, не обижайся, я буду в Савинищах. Помнишь, как в этих мерил этот сам удава, попугаях? Я говорю, я буду в Савинищах. Вот тут Савинич, осаженца 2-3 года, вот тут полтора Савинича, осажена 3-4 года, и, наконец, там есть 3-4 Савинича, это те, которые сразу посажены в 15 году. Вот. То есть все честно, все чисто. То есть этому можно верить, Мюллеру можно верить, понимаете? Ну ладно. Так, вот эти вот, с этим разобрались. Еще его фотографии, ну, мягко говоря, не совсем понял смысла даже их. Они без этого, без комментариев. Посмотрели, вот это все.